такой домик красивый. Такая травка красивая, вот. Кирилл, я красивый, вот. Вот. Такой вот домик. У домика выложена дорожка, вот. И забор выложен. Вот. Плетеный такой красивый забор. Вот. Вот. Забор вот. Вот такой вот домик. У домика написано, что есть Wi-Fi. Вот. Такое вот окно у него, конечно, забитое, но написано, что есть Wi-Fi. Вот. Такой домик. Замечательный. Вот, показываю его и сверху. И сверху показываю его. И снизу, вот тут даже есть вход. Вот тут так красиво. Так красиво даже вход сделан, вот. Все выложено плиточкой вообще. Такого у нас тут нигде не найдешь, поэтому показываю, как оно есть, вот. Ой, чуть не упал. Вот тут. Да, даже крест есть. Вот. Это вход в калитку. Это в... Ой, ворота вот тут. Ворота вот тут такие вот. А это вот тут. Могу показать поближе. Сюда подход есть. А туда подхода нет. Вот. Крест вот тут сделан, чтобы красиво вот так вот было. Сейчас отойду подальше, чтобы полностью показать. Вот тут и кусты такие осенние. Но думаю, кусты вида красоты не испортят. Вот такие красивые домички. Сейчас приближу их. Вот. Потому что ходить тут нельзя. Поэтому домички приближаю как могу четко, чтобы было видно. Сразу извиняюсь, что... Не могу домики показать, подойти просто ближе. Вот тут красиво, вот, выставлено тут. И цветочки вот тут, и ботиночки красиво, и вот тут. Котик из ботиночка смотрит, вот. Тут вообще такая красота. Прям намиловаться, невозможно взгляд отвести, вот. Какая красота тут. Я прям не ожидал, что можно вот куда-нибудь пойти и прям такую красоту еще найти. Потому что почти нигде ничего нет. А тут вот такая красота сразу. Это куст. Но куст, думаю, можно найти в другом месте. Поэтому это вот покажу тут. Как тут красиво выложено, потому что в другом месте будет точно так же расти все, а уже выложено так красиво не будет. Поэтому тут более детально хочу показать эту атмосферу. Вот даже корзиночка плетеная, красивая стоит. Для красоты, видимо, ставить. Тут все настолько... Как бы и обычные цветы растут. И эти цветы одновременно как будто высажены так, что очень-очень красиво. Я прям не могу описать. Это вот мельница. Но мельница стоит боком, поэтому тут
извиняйте, что так показываю. Подмельницы, вот, красиво, тоже выставлено тут. Цветочки, горшочки стоят, вот. Сейчас немножко сбоку ее покажу, мельницу. Вот. Что под мельницей? Ой, ну мутно, когда приближаешь. Очень мутно, поэтому под мельницей скажу так. Гном сидит. Его не могу показать ближе. Ой, сейчас попытаюсь найти, показать. Вот. Ой. Сейчас. Вот. Это гном под мельницей. Вот. Ну, собственно, вот и мельница. Как крутится. Раз уж я уже туда подошел, то я и мельницу показываю. Ну, правда, она не будет крутиться, когда я далеко стою. Поэтому, как оно выложено, вот, возле мельницы. Это тоже красивая, очень, кстати, задумка. А вот тут плетеный вот какой-то, в общем, это кошек, ой. Ну, это корзинка вот плетеная в елке тут. Красиво так украшена в елке вот. Шишечками вот. Вообще вот тут, конечно, конкретно хотелось бы всю показать вот. Вот. Всю, ну, тут еще, конечно, конкретно уделить каждому вот кусочку, потому что каждый кусочек он украшен отдельно красиво, вот. Вообще не описать. Не описать словами, не описать. Ой, в общем. Оговорился, я не то сказал, но не суть, в общем. Тут красиво. Вот. Боссы. Дождик. В общем, вот. Елочка, шишечки. Вот. Это. Чтобы не обмануть, вот. Даже кирпичиком выложено всего. Красиво, очень-очень-очень. Прям слов нет. Насколько это очень-очень красиво, что. Забываю сказать, вот, кирпичиками тут тоже выложено, поэтому даже под ноги смотреть, красиво, вот, тут и маленькая туя растет, вот, почти еще не выросшая, видимо, недавно садили, только земли туя, вот, а вот это, я сейчас отойду, покажу более детально, вот, если это можно сделать. Вот. Тут вот такой вот знак. Ой. Не видно немного. Ой. Это Киев. Ой. Комян. Батум. И Львов. В общем, тут по разным языкам написано. Поэтому я точно читать не могу по своему языку. Я еще могу читать, а вот уже по каким-то другим, английский или какой другой язык уже, вот. Это я уже не могу, поэтому я тут даже извиняться не буду, я это прямо вот говорю, как оно есть, вот. Вот. Тут даже колеса, красиво настолько выложены, что прям загляденье, вот. Вот такие леечки тут, вот. Еще какие-то вазочки тут. Ну, это, видимо, вазочки для конфет были. А их так выставили, как будто вот. Ну, в общем, чтобы было очень-очень красиво. Я прям не ожидал, что можно так простые вещи поставить, вот. Честно сказать, люди большие молодцы, кто это делал, вот. Вот. Горшочек повесить. Так тоже надо иметь мастерство, в общем, чтобы было красиво, потому что просто кинуть горшочек, будет мусор, а вот так поставить уже будет красиво. Это, видимо, тут такое здание, это вот,
Ой, сейчас покажу. Тут кирпичики, вот, опять же таки. Это вот здание, вот. У него вот дверца, колокольчик. Ну, видимо, что-то было еще, его отломали. Кто-то тут стоял, вот. А вот тут такие окошки, вот. Окошки тут вот такие вот. Сейчас покажу немножко детально. Окошки вот. Ну и подальше, подальше. Вот. Чтоб целиком было видно, вот. Какая же эта красота, вот. Честно. Честно, вот. Ходил, ходил, но я не ожидал, что можно просто вот в такие места попасть и все. Это в моем Днепре, в моем городе, Днепр называется у меня город. Вот такая красота вот тут вот есть. Поэтому я думаю, это видео нужно досмотреть. Досмотреть, не просто досмотреть, а досмотреть от начала и до конца. Как тут выложено все камушками, это тоже стоит посмотреть. Потому что мастерство выкладывать камушками дано не каждому. Иногда камни просто накидывают. А тут мастерство их так выложить. Даже вкопать какую-то штуку. Это тоже мастерство красиво, которое невозможно отметить. Вот. Тут вот такое трехэтажное здание. Вот. Вот. Сейчас начну показывать сверху. Вот. Вверх тут. Вот такой вот. Вот. Тут есть качелька, вот. Качелька, вот. Это вот качелька, на ней сидит пощипака, вот. Вот тут так. Красиво, вот. Сделано, вот. Тут. И окошки такие красивые. У каждого свой цвет. Окошки такие зеленые, где желтые. Вообще не красота. Прям слово. Да? Речь отнимает от красоты. Вот. Вот. Я прям не ожидал. Честно. Вот и низ. Ну, низ, конечно, сложно тут покрыть, поэтому приходится все-таки показать. Вот. Вот низ. Вот нижний домик. Ой. Нижний домик, вон. Красивый домик. Домик красивый, вот. Бесподобно вообще делать. Я извиняюсь, что пришлось переступать через оградку, вот. Но тут иначе никак не запишешь. Вот. Тут такой круг выложен из камушков. Красивое колесо тут. Что-то, видимо, цветы какие-то будут летом расти. Ну, зимой, я скажу зимой, это тоже очень-очень смотрится красиво. Вот. Вот тут такой горшок. Да, из ящика сделали, из горшка. Ну, вот тут шишка. И очень так смотрится красиво по-зимнему. Жалко, жалко, ой, ну короче, то, что снега нет, обидно, жалко, что нет снега, жалко очень. Но вот, что зимой могу показать, как-то по-осеннему смотрится, не по-весеннему, нет, по-осеннему, как будто осень. Честно сказать, пока что вот зимой, но зимой зимы не видно, зимой зимы не видно, вот. Это. Не знаю, как их правильно называть, это что воду очистить. Земли его.
Под ней еще стоит такая стеклянная вазочка красивая. Вот. Вот тут тоже это кусок, по-моему, унитаза, где бачок должен быть. Кусок унитаза, где должен быть бачок. Но вот кусок унитаза смотрится тоже тут так оригинально. Мне кажется, что люди облазили помойку, чтобы кое-что сделать, но сделали это красиво. Потому что у людей даже с помойки была фантазия, что можно сделать красиво, вот. Честно скажу. Скажу вот честно, вот, как оно вот есть, вот. Такая вот красота, я на минуту вот подумал, что я об этом ничего даже не могу сказать. Вот. Просто вот этот сад камней вот выложен на всю настолько, что вообще я бы так не додумался сделать. Вот. Вот. Сейчас. Покажу. Ой, не знаю, что это за вещи были, не знаю, но, видимо, тут это как будто сделано, как на пикник ходят, когда полевую кашу готовят, или что-то вот такое, это что-то намек на что-то такое, но сделано оно все из пластмассы, из дерева, поэтому тут это очень просто красиво смотрится. Сейчас попробую еще показать, вот, как оно есть вот с этой стороны. Тут тоже стоит бидончик, ведерко, вот, поэтому раз уж я уже приступил на эту дорогу, то я решил показать в деталях вот как оно вот есть, потому что я потом уже сюда переходить не буду уже, чтобы показать, как оно есть вот потом уже. Вот тут тропинка, по которой вообще людям надо ходить, поэтому чтобы люди тут не топтались, не затаптывали вот эту местность. Вот тут вокруг есть тропинка, она прямо сделана. Действительно, не то, что там нету тропинки. Вот она есть, я ее показываю, это для людей, чтобы люди не затаптывали вот в действительности то, что сделано с такой красотой, с такой бережной фантазией людей. Вот. Потому что это настолько бережно, фантазию, что у меня, честно, прям немножко поразило вот это вот красота. Ой. Очень обидно, конечно, что надписи не видно. Я их постараюсь отдельно сфотографировать, если смогу. И вставить вот тут вот. Но это эффект от видео никак не должно убивать, потому что вот это вот просто делает видео еще круче, еще лучше, еще красивее. Потому что если я смогу вставить, то я никак не могу обещать на данный момент, вот, что я никак не могу обещать на данный момент, вот, что я смогу фотографировать, смогу. Это от меня зависит от освещения, какое солнце, какое у меня может камера взять. Поэтому вот
Ну вот, так оно и есть. В действительности. Тут даже на дереве, вот. Даже на дереве, вот. Для птичек, вот домик. Домик такой, для птичек красивый, вот. Домик не видно, но я, в общем, покажу не домик, я, ой, покажу вот тут, вот такое вот здание красивое. Вот такое вот здание красивое, покажу вот. Вот тут. Тоже выложено. Это даже не просто так навалено, как дерево наваливают. Это выложено заборчик вот такой красивый. Сейчас такие уже практически нигде не увидишь заборчики, поэтому показываю как есть. Сейчас хотелось еще кое-что показать. Вот флаг. Флаг. Есть. Вот. Чтобы доказать, но показать я не могу, это не показать, вот. Думаю, надпись. Думаю, надпись будет видно тоже. Надпись вот. Что, собственно, я никак не буду комментировать, потому что вот такие вещи, они никак не нуждаются ни в каких комментариях. Поэтому вот. Сделаны вот тут цветочки из бутылок. Это сделано очень-очень красиво. Вот тут разные цветочки, вот тут и листики сделали. Вот тут все из крышек вот сделано, вот такая красота, вот вообще нереальная красота, вот тут выложена. Вот только для детей, вот тут вот сделано, вот такая вот красивая. Также тут качелька вот такая есть. Вот. Тут все в песке. Вот такая вот горка. Горка вот такая вот. Вот такие вот качели вот тут. Ну качели не очень хорошие. Не за ребенок маленький, если будет кататься, может упасть. Поэтому цепные качели это не очень хорошо, вот. А вот тут вот уже нету качелей, вот. А горка вот тут подниматься для ребенка нормально еще. Вот тут такая красивая карусель, чтобы вот руль крутить и кататься на ней, вот такая красивая вот карусель. Также тут вот красивый заборчик из крыши сделан. Я прям не знал, что так можно. Это где же не столько крышек взяли, я не знаю, ну красиво получилось. Вот тут вот есть, тут
колесо такое вот. Тут такая беседка. На ней вот тут птицы сидят. На этой вот беседке. Ну, беседка хорошая вот. Песочница такая, беседка. Обычно песочницы делают не беседками, а здесь вот сделали беседкой. Чтобы было как красивее вот. На этом, я думаю, стоит закончить это видео. Всем, кто смотрел, спасибо за просмотр. Делитесь этим видео через ссылку или через кнопку «Поделиться». Если кнопка «Поделиться» будет на видео или не будет. В общем, через ссылку делиться этим видео можно. Пока еще. Поэтому, думаю, вам всем понравится это видео. Спасибо, что смотрели меня.